уезжаю. Но, правда, ненадолго и недалеко. Пока еще сама не определилась. Пробки в Евпаторию въехали. Я представляю, что творится в Симферополе. Вот ехала и думала, куда мне поехать, в Евпаторию или в Симферополь. Говорю, как увидела пробки. Думаю, нет. Надо выходить в Евпаторию, поболтаться тут, посмотреть, как жизнь. А в Симферополь, бог даст, Костя приедет еще и съездим. Ну, а не съезжу, много не потеряю. Вот, иду я, мои дорогие, по Интернациональной улице. В сторону центрального рынка. Иду и пока не знаю. Конечно, хотелось бы и в старый город, и на набережную. Но ходок из меня еще тот, поэтому что получится, то и получится. По тенечку-то хорошо идти. Ну, сегодня-то не такая уж, я думаю, жара. Наверное, так себе, около тридцаточки. Так. Как все меняется. Была пицца, теперь памятники. Вон салон тату, Коловрат. Белье сушится. Не пряночка, обувь. Натуральная кожа. Прачечное самообслуживание. Вот и тут Валберес. Только таких очередей нет, как в Черноморском. Так, ну я уже практически до рынка дошла. Надо было, конечно, на автобусе бы доехать, но мне не хотелось. Надо было дорогу переходить, там идти. Ну, в общем, как всегда, поперлась пешком. Так, магазин Fresh. Мы сюда с Алинкой все время приезжали на машине. Вот он, летний чёс у артистов и певцов. Вон они, собачки, котятки. Они оба красивые.
Эти, господи, бесплатно раздают. Какие женщины ходят. Ой, я боюсь, что я здесь сейчас нахожусь и уже никуда не смогу. А я все мечтаю найти себе шляпу. Не как у всех. Ну, рынок есть рынок, да? Куда идти? Направо пойдешь, да? Налево пойдешь. Да я не знаю, где тут чего. Чтобы прям конкретно пойти посмотреть. Ну, тут уже ряды с фруктами пошли. Сумки симпатичные. Жарко. Скажи, кто бы водички дал, да? Так, сладости. Тоже сладости. Ракушки по 50, по 60 рублей. А у меня они валяются. Уже цементом залила. Ах, красота какая. 250 рублей. Так. Ой, лиса висит. Ну, я для себя ничего не могу найти. Ну, вы же знаете, что мне надо. Вообще ни одного отдела не вижу. Абрикосы по 200, черноморский 220. А в Черноморске все дороже, потому что деваться нам некуда. А меда сколько. Какого только нет. В Черноморском так, либо покупай, либо езжай вот в ту же Евпаторию за 70 километров. Так, ну, я чувствую, что ничего интересного для себя я тут не найду. А вот мы направо повернули, а нам налево. Хотя вон перламутр. Нескончаемо.
тут вот старый город начинается, кусочек, со своей жизнью внутри. Не знаю, как я сегодня попаду куда-нибудь еще. Вот оно в центре города, своя жизнь. С такими домиками. Все закрыто. А это памятник сантехнику. Вовремя заработали сзади. Попугайчики. Вот это. Ой, какие активные, активные какие. Это за хвост дергает. Веселенькие. Да, дешевле, чем черноморский. Ой, извиняюсь. Арбузы по 40 рублей, а в Черноморском по 35. Вот она, видите, какая арка, или как это назвать, в старый город. С лошадью, с башенками. Очень много чего поменялось. Очень много чего я не нашла. Я иду в кафе. В наше с Алинкой любимое. Слушайте, работает. Работает. Называется Любе. Так. Мы всегда сюда приезжали. Когда в Евпатории были или просто мимо проезжали. Ну, вот это то, что я люблю. Какие двери. Вон, а балкончик притулился. Ой. А, ну это уже в 2001 году ставили ворота. Ну, разве не красота? Ой. Тут я буду долго идти. А, это все старый город. Так и живут люди в центре города, за воротами. И дома вот есть хорошо отремонтированные. А есть вот такие вот. Ну, это ж прочно вот так вот. Проще, проще. Облепили и все. Вон дом, 1902 год, вот этот желтенький.
Ой, да тут можно все подряд снимать. Сейчас зашла в магазин украшений из натуральных камней. Меня всегда цены убивают. Просто. Тут делаешь, придумываешь. И получается, продаешь в 3 раза дешевле. Чем у них в магазине просто на нитке. Солнышко спряталось. Хорошо. Села отдохнуть в тенечке. Ну что, поела я в кафешечке цветной капустки тушеной с куриными желудками и кабачки тушеные, и компотику попила. Грустно все. Воспоминания навеивает. Так, ну а что? Купила я сегодня единственное, что, девчонки. Вот такой перламутр. Хотела взять 2 штуки, не стала 2 штуки брать. Я его с чем-нибудь сделаю. Вот. И зажигалку с Евпаторией. Только где она у меня есть. А вот, нашла. Ну, я же везде, во всех городах, во всех странах раньше покупала. А теперь вот в городах. Это Геракл, который на пляже там сидит. Так, ну ладно, сидеть хорошо, надо идти. Земская больница тут находилась с 1868 года по 1920. Уездная земская больница. И врачи Буслаев и Сорокин, которые тут работали. Так что, мои дорогие, кто надеялся, что я буду ходить по магазинам и показывать тряпки и цены на них, то вы глубоко ошиблись. Для меня вот двери старые и ворота с окнами гораздо интереснее. Где там развилка, стрелка? Здесь 7 января 42 года были расстреляны главный врач Балахчи Никита Степанович, хирург Глицос Константин Васильевич, санитар и 18 раненых десантников. Вот так. Вон и храм Николая
угодника. Нет, что-то я вам сбрехала. Николая Чудотворца. Сейчас потихоньку дохромаю. Смотрите, какие козырьки-то были над дверьми. А сейчас сделают какое-нибудь убожество, поставят двери железные китайские, и вот и вся тебе и красота. Русалка какая. Вот вы посмотрите, на кого эти двери рассчитаны. Даже 3 метра. И говорят, что у нас не было великанов. Были. Весь старый Питер на них рассчитан. Посмотрите на Исаакий. Да, вообще. Так, где-то течет канализация. Вот она. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Надо обойти. А запах... Ой. Ой. Еще хорошо с моря ветерочек хоть дует. А то просто задохнуться можно. Ой, смотрите, какие здания старые. Ой, оно и тут, эти лужи. Откуда это все течет? Вон как по дерьму-то ездят. Так, вот еще обрызгают. Вот это будет вообще. Фу. Так, и тут музыка. Ой, какой фонтанчик. Только музыка играет. Снимать нельзя. Смотрите, какая дама в белом и с белой собачкой. Ой. Собачку, правда, плохо видно за широкой юбкой. Фонтанчики бьют кругом. Кругом. А это граф Мамуна. Был городской главой Евпатории в свое время. По 1906 год. А вот и храм. Он вмещает 2000 человек. Что-то все реставрируют. Набережную, наверное. А вон там слышно кричат в мечети.
вечная память вождям и воинам, павшим за Отечество, пострадавшим от репрессий, гонений и депортации. Так. Слышно вам? Ой, я сегодня чувствую, нахожусь, что без ног буду валяться. Но я опять иду в сторону старого города, только с другой стороны. Везде ремонты, реконструкции. Какими-то я сегодня кругами хожу. Видите, и к морю-то не пройти. Все огорожено. Ой-ой-ой, опять музыка. Колесо. Обозрение. Оно работает. Тут, видимо, уже проход есть. Что-то я, девоньки, напутала. Вот она, этого Николая Чудотворца, потому что мечеть рядом. А там, значит, еще какая-то церковь. О, Господи, заблудилась я в конец. Я вот только сейчас поняла, где я нахожусь. Я уже прошла сколько таких кругов дала. Вот она. Прошу прощения. Конечно, когда только на машине тут ездишь раз в 2 года. Что ты запомнишь? Да, плохо к морю-то не подойти. Ну ладно, у нас свое в Черноморске есть. Трамвайчик. Современный. Интересно, а старенькие остались? Буквально вот несколько лет назад были такие старые громыхалочки ездили. Нет, тут хорошо. Чувствуется, что город побольше, конечно, чем Черноморск.
Ну, народу вот, наверное, все на пляже лежат. Так, а если здесь реконструкция идет, значит, они где? На Горького, на пляже? Ну, там дальше. Или тут все-таки есть где-то проход к морю? Ну, не видно. Забор. Пить хочу. Ладно, надо потерпеть до вокзала.